Началось мероприятие по всем спортивным канонам. С разминки, потом построение и общая зарядка. Ребята не скрывают волнения. Говорят, с нетерпением ждут встречи со звездой мировой легкой атлетики Еленой Исынбаевой. Ну, мне кажется, если мы ее увидим, то с нее будем брать пример в спорте. Да. Занимаемся волейболом, акробатиками, гимнастиками. Футбол любим. И если одни хотят услышать мотивацию от олимпийской чемпионки, другие мечтают сфотографироваться с кумиром. Мне идется ее увидеть и с ней сфоткаться. Желание и тех, и других осуществилось. После вступительной части фотосессия со звездой. И непосредственно сами соревнования. Они включают в себя спортивную и творческую части. Каждая команда, их всего 10, должна была показать домашнее задание. Затем ребятам нужно было продемонстрировать свою физическую подготовку. Для тех, кто не очень дружит со спортом, конкурс рисунка. Все участники соревнований – воспитанники детских домов и школ-интернатов края. Большинство – особенные дети. Мы хотим показать, что существует жизнь за пределами их социальных учреждений, что в этой жизни благодаря спорту, благодаря вере в себе и труду – они действительно способны изменить свою жизнь к лучшему, так как многие дети после завершения обучения будут представлены сами себе. И вот наша цель, задача – показать, что посредством спорта, посредством здорового образа жизни они могут состояться как личность. Хороший девиз – каждый ребенок достоин своего пьедестала. Это прекрасный девиз. И мы понимаем, что каждый из вас стоящих может повторить те результаты, которые есть у наших ребят. Соревнования собрали порядка 150 участников. Ставрополь стал первым городом на юге страны, где в этом году проходят соревнования. Далее региональные этапы состоятся в Воронеже, Саратове, Махачкале, Белгороде. Продлятся соревнования 2 дня. 2 лучшие команды станут участниками межрегионального праздника, который пройдет в сентябре в Волгограде. Там финалисты из 6 регионов страны будут бороться за право называться сильнейшими. Кира Рогожина, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.